Таунхаусы на Питерской в ближайшие полтора месяца не снесут. Об этом заявили судебные приставы. По их словам, 16 марта – последний день, когда жильцы могут забрать оставленные ими вещи. Уже 17 числа начнется процедура описи и передачи имущества для реализации. Обычно это занимает около полутора месяцев. Соответственно, принудительного сноса домов не будет в течение этого времени, а возможно даже дольше, поскольку таунхаусы признаны вещественными доказательствами по возбужденному уголовному делу в отношении застройщика Михаила Грачева. Если для следствия понадобится сохранить их в нынешнем виде, снос могут отложить на неопределенный срок. В целом же процедура демонтажа строений может занять один год.